Привет, путешественники! Я знаю три способа, как добраться с Восточного вокзала до аэропорта Шереметьево на общественном транспорте. И в этом видео я вам расскажу об одном из этих способов. Это когда вы сперва едете на метро, потом пересаживаетесь на автобус 1195, который вас в итоге и довозит до аэропорта Шереметьево. На все про все у вас уйдет где-то полтора часа, ну, может быть, плюс-минус 5-7 минут. За проезд в метро нужно будет заплатить 70 рублей, это если вы покупаете одноразовый проездной билет. И за автобус нужно будет заплатить 350 рублей. Цены уточняйте. Вот 5 шагов, которые нужно пройти, чтобы доехать до Шереметьево с Восточного вокзала. Сначала дойти до станции метро Черкизовская, доехать до станции Охотный ряд, перейти на станцию Театральную, доехать до станции Ховрино, далее пересесть на автобус 1195 и уже на нем добраться до Шереметьево. Итак, погнали! Сперва постараемся найти станцию метро Черкизовская на красной ветке. Давайте начнем с зала ожидания на Восточном вокзале. Сразу встанем так, чтобы увидеть эту лестницу. Слева от нас будут кассы и расписание поездов. Позади вот это кафе. Теперь направляемся к нашей лестнице. Чтобы не заблудиться в метро, нужно ориентироваться на вот такие указатели. Так как нам нужна Черкизовская на Сокольнической линии, следуем по предложенному направлению. Над этими дверями подсказка, что Черкизовская 1 – это прямо, поэтому идти нужно вперед до тех пор, пока мы не окажемся в помещении с пунктом досмотра. Когда пройдем мимо пункта досмотра, то чуть правее можно увидеть сразу три указателя в сторону Черкизовской 1. Соответственно, проходим эти двери. Длинный коридор приведет нас вот в это помещение, где в автоматических кассах продаются билеты в метро. Если вы боитесь связываться с такими автоматами, то не переживайте, потому что чуть дальше будет классическая касса с кассиром внутри. Спускаемся вниз по эскалатору. Этот указатель подсказывает, что здесь надо будет повернуть по диагонали назад, поэтому, пожалуйста, не выходите в двери спереди. Ну а вот и кассы, где вы можете купить билет в метро непосредственно у кассира и, возможно, спросить что-нибудь. Например, сколько стоит карта «Тройка». После этого мы поворачиваем назад и проходим через эти серые арки. Над турникетами знак, что нужная нам станция Черкизовская – это прямо. Спускаемся в метро. Здесь начинается станция Черкизовская. Поздравляю, первый этап на пути к Шереметьево сделан. Теперь нам нужно сделать шаг второй – доехать до станции Охотный ряд на красной Сокольнической ветке. Станция метро представляет собой платформу с двумя путями – слева и справа. Чтобы выбрать ту, с которой уедем на Охотный ряд, взглянем на информационное табло, которое висит перед входом на станцию, и попытаемся найти Охотный ряд. Вот эта станция. Она относится к станциям на левой платформе, потому что все эти станции, включая Охотный ряд, находятся слева от вот этой разделительной черты. Давайте пройдем на левую платформу и сядем в один из первых вагонов. Почему один из первых? Чтобы, когда мы приедем на Охотный ряд, мы оказались недалеко от нужного перехода. Мы приехали, а это значит, что второй шаг – добраться до Охотного ряда – мы сделали. Шаг третий. Нужно перейти на Театральную станцию. Если вы, как и я, сели в самый первый вагон, то когда выйдете из поезда, вам нужно будет пройти чуточку назад и отыскать этот самый переход на Театральную станцию. Смотрите, на этом указателе показано, что переход на Театральную находится слева. Поэтому следуем по этой стрелке. Видим, что спереди люди спускаются вниз, а над этим спуском указатель, показывающий, что Театральная – это, собственно, то, куда спускаются люди. —
Когда мы спустимся, смотрим на следующий ориентир, указывающий направление на Театральную. Дальше уже будет сложно заблудиться, поэтому идем в потоке людей, изредка сверяясь со знаками, ведущими на станцию Театральную. Внимание! За этим последним поворотом направо находится станция Театральная. Собственно, здесь снова две платформы и указатель. Это значит, что третий этап мы успешно преодолели и добрались до нужной нам театральной станции. Шаг четвертый. Нам предстоит доехать до станции Ховрино. Давайте снова посмотрим на указатель, чтобы выбрать нужную платформу, с которой мы уедем до Ховрино. Тут, в отличие от указателя на Черкизовской, все проще, потому что Ховрино в левом верхнем углу сразу бросается в глаза. Это означает, что поезд с левой платформы едет в направлении станции Ховрино, которая является конечной станцией на Замоскворецкой зеленой линии. Проходим на платформу. Становимся как можно ближе к ее началу. Садимся в самый первый вагон, потому что когда мы приедем на Ховрино, первый вагон окажется максимально близко к нужному нам выходу. Едем. Иногда бывает так, что поезд не доезжает до Ховрино, и вы это можете понять, потому что в вашем вагоне сделают примерно такое объявление, что, мол, поезд едет или следует до такой-то станции. Переживать и волноваться по этому поводу не стоит. Вы можете найти схему движения поезда, обнаружить ту самую станцию, до которой следует ваш поезд, и если она действительно находится до Ховрино, вы можете просто на этой станции сойти, можете даже раньше сойти. Дождитесь следующий поезд, который приедет, ну, буквально через 3-4 минуты, сядьте на него и спокойно доезжайте до Ховрино. При этом ничего платить за эту пересадку вам не надо будет. Итак, мы с вами доехали до конечной станции Ховрино. Это был четвертый шаг на пути к Шереметьево. Шаг пятый. Нужно найти остановку с автобусами 11.95 до Шереметьево. Мы прибыли на Ховрино. Выходим и направляемся сразу направо. Благодаря тому, что мы сели в самый первый вагон, мы оказались рядом с нужным выходом. Поднимаемся по этой лестнице и двигаемся направо. Пройдите через турникеты, они откроются перед вами сами, поэтому платить ничего не нужно. Сразу за турникетами слева есть схема выходов. Вот подсказка, что автобус до Шереметьево находится на втором выходе. Теперь нужно держать в уме, что нам нужен второй выход. Направляемся прямо и на первой же развилке смотрим на указатель. Налево – это первый выход, он не наш. А вот прямо – второй и третий выходы, то, что нужно. Дойдя до этих дверей, снова смотрим на указатель. Налево это третий выход, прямо через двери второй, поэтому идем прямо через эти двери. Мы с вами дошли до поворота направо, смотрим снова на указатель. Видим, что этот поворот и есть второй выход. Сворачиваем направо. Выйдя из метро, мы сразу же окажемся на остановке. Вот они, нужные автобусы. Посмотрите, где они останавливаются, и входите в них. Оплачиваем 350 рублей кондуктору при входе. Садимся в автобус и где-то за 25 минут доезжаем до аэропорта Шереметьево. Ну что ж, я надеюсь, что я все объяснил понятно. И, как я говорил в начале видео, есть еще два альтернативных варианта, как можно добраться с Восточного вокзала до аэропорта Шереметьево. Например, вы можете следовать этим же маршрутом, только доезжать в этот раз не до станции Ховрино, а выйти раньше на станции Белорусская, подняться наверх на Белорусский вокзал и оттуда на аэроэкспрессе, на поезде Аэроэкспресс, доехать до аэропорта Шереметьево.
Или вы можете с Восточного вокзала по МЦК, это Московское центральное кольцо, доехать до станции Окружная, там пересесть на электричку, которая следует из Одинцова в Шереметьево. Я думаю, что в будущем я все-таки запишу два видео, точнее видео про эти два маршрута, и ссылки на них я добавлю под описание этого видео, если вам будет интересно. Ну или можете поискать их на моем канале. Ну а на этом у меня вроде бы все. Если у вас остались какие-то вопросы или пожелания, то пишите их в комментариях. А с вами, как всегда, был я, Яков Ли. Приятных вам путешествий и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!